Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Итак, всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм. Мы сегодня снова все на проекте Black Russia. Вся информация, как начать со мной играть, есть в описании под видео, поэтому заходите, смотрите. Не забывайте вводить промокод на втором уровне. Сегодня, пацаны, будет интересная серия, потому что, наконец-то, сегодня я куплю себе нормальную машину и, скорее всего, куплю себе квартиру. И я дурачок, то что поехал по встречке. Пацаны, могут быть шумы, как бы это не исключено, потому что сегодня суббота, у меня соседи сверху делают ремонт, а сбоку у соседей какой-то праздник, играет музыка. Поэтому могут быть шумы, я перед вами сразу же извиняюсь, потому что, ну, как бы это жизнь, я ничего с этим не сделаю. Короче, пацаны, едем в автосалон, я думаю, сначала нужно купить машину. У меня есть лям 200, у меня есть донат, если что, если мне не хватит на какую-то машину, я просто переведу донат в деньги, и все будет хорошо. Поэтому серия должна быть хорошая, интересная. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Я сейчас буду стараться почаще выпускать серии по данному проекту. Возможно, завтра еще одну серию выпущу, поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии и начинайте играть вместе со мной на данном проекте, потому что, ну, проект реально классный, интересный, можно с телефона, хоть на работе, хоть в школе, где угодно, короче, можно играть, поэтому всем советую начать играть вместе со мной на данном проекте. Сегодня мы будем покупать себе машину, скорее всего, я буду покупать ее с автосалона, потому что, ну, с рук как-то не хочу я покупать, мне кажется, это будет долго и неинтересно, потому что, ну, вот это переписываться я не люблю с телефона, поэтому мне кажется, проще будет купить с автосалона. Тут есть у нас Nissan GT-R, есть Audi A4, я, скорее всего, куплю какую-то BMW, M5 E39, максималка 246. Так, сейчас будем посмотреть по максималке. Так, вот, есть M3, ляма она стоит, есть у нас вот такая вот машинка, сейчас надо, может, какая-то новая бэха здесь есть, какая-то интересная или нет, я просто не помню, я, в принципе, смотрел машину, но, может быть, что-то новенькое добавили. Блин, я не знаю, скорее всего, я, наверное, бэху возьму, вот такую вот малышку 246, она едет, максималка. Ну, в принципе, премиум я не буду, наверное, ехать, потому что там, скорее всего, очень дорого. Поэтому мы купим, скорее всего, вот эту машину. Нажимаем приобрести. Все, я купил машину за 1 миллион, пацаны. Теперь самое главное, как ее теперь найти вообще. Ваша машина... Вот она, моя малышка. Так, а я дверь не закрыл, ладно. Знаете, что я еще хочу сделать? Я хочу сюда поставить какие-то номера. Так, изменить номер транспортного средства, вот. Скорее всего, здесь фулблаты все заняты. Так, давайте тогда поставим номер. Я не знаю даже, какой номер. Можно мур семерки поставить. Хер восьмерки. Попробуем, короче, сделать. Я не знаю, получится у нас это или нет. Короче, дамы и господа, я нашел, как это делать. Так, теперь вам нужно использовать предмет. А как его использовать? Как мне номера поставить на машину? Я просто не знаю. Ну, типа, используйте N. А как номера поставить? Я вообще хрен знает. У меня теперь номер есть хер, восьмерки, ЕКХ восьмерки я себе купил. Бля, я не знаю, как их на машину поставить просто эти номера. Так, все, я вроде бы разобрался. Так, пишем car. Так, выгрузить машину. Сейчас, по идее, у меня появятся номера на машине. Да, вот, номера появились, короче, выбрать машину, загрузить машину. Скорее всего, тюнинг мы посмотрим в следующей серии, потому что в этой серии, как бы, пор сделан именно на машину и квартиру, а механик вообще барагозит просто. Не, ну я считаю то, что бэха вообще по кайфу. Еще номера поставил блатные. ЕКХ восьмерки. И хер восьмерки у меня еще в инвентаре есть, поэтому все хорошо, пацаны. Номера смотрятся вроде бы неплохо. Но тюнинг, пацаны, мы посмотрим уже в следующей серии. Короче, пацаны, в итоге я купил себе вот квартирку за 450 тысяч. К сожалению, это не записалось, как я ее покупал, но, пацаны, в принципе, вот, смотрите, вот такая вот квартирка. Я думаю, на первое время хватит с головой, потому что, ну, дом покупать, я думаю, нет вообще никакого смысла. Вот здесь у нас есть, получается, ванна, в принципе, ну, все, что надо, есть, короче. Поэтому квартирка просто, ну, чтобы здесь спавниться. Я вот, пацаны, не понял, как машину парковать, поэтому, пожалуйста, кто знает, напишите мне в комментариях, как парковать свою машину, потому что я вот этого реально не понял. Я вот реально этого не понял, поэтому кто шарит, кто знает, напишите, пожалуйста, в комментариях, потому что постоянно кататься к автосалону я, знаете, как-то особо не хочу. Поэтому, кто знает, как припарковать машину, напишите мне об этом, чтобы я знал. Ну, я думаю, в любом случае, как-то можно парковать машину, потому что, ну, у меня есть квартира, и в любом случае я должен как-то припарковать свою машину, чтобы ее забирать. Я пытался писать команду парк, но ничего не получилось, поэтому кто знает, напишите в комментариях. Я думаю, на этом можно заканчивать. Серия получилась интересная, поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на канал, играйте вместе со мной на данном проекте. Вся информация есть в описании под видео. Всем пока-пока.